До конца 2014 года в Южном военном округе призовут более 11 тысяч военнослужащих по контракту. Пункты отбора на военную службу по контракту в Южном военном округе в мае направили войска свыше 700 граждан. За минувшую неделю отобрано более 300. Всего в 2014 году в Северокавказском и Южном федеральных округах планируется организовать отбор на военную службу по контракту около 15 тысяч граждан, для войск Южного военного округа более 11 тысяч. При этом с начала года в Южном военном округе уволено около 1500 военнослужащих в связи с окончанием контракта, а также в связи с нарушениями условий прохождения военной службы со стороны военнослужащих.